Кабинет министров собирается упростить процедуру продажи проблемных госактивов. Такое решение приняли на заседании правительства, после чего отправили данный законопроект на согласование в Совет реформ. Так как же теперь будут приватизировать государственные предприятия, расскажет Александр Васильченко. Министры отправляют в отставку старый закон о приватизации госимущества. Говорят, последний раз его адаптировали к условиям рынка 10 лет назад. В новом документе объекты приватизации поделят на два типа – большие и малые. Вместо 5 бюрократических процедур оставят 2 – аукцион и выкуп. Крупные предприятия планируют продавать исключительно под наблюдением квалифицированных экспертов. Малые пустят с молотка через электронную платформу «Прозорон». Замість 7 законів пропонується один. Суттєво скорочуються терміни підготовки об'єктів до приватизації вдвічі. По об'єктам великої приватизації з 2 років до 1 року, по малій приватизації з 1 року до півроку. А спорити приватизацію можна буде в течение 3 лет, но исключительно в міжнародних арбітражних судах. Также документ предусматривает мораторий на банкротство таких объектов. В случае отсутствия покупателя новый закон не исключает снижение стартовой цены вплоть до половины. Таким образом, Кабмин планирует избавиться от неэффективных госактивов, которые ежегодно наносят миллиардные убытки стране. Мы нашли не багато, не мало, 70 державных предприятий, которых взагалі не было на обліку. Має бути повністю перелік цих підприємств, він має бути публічним. І якщо щось продавати, що нам не потрібно, що акумулює 80 мільярдів збитків, 87 мільярдів збитків державні компанії принесли бюджет. Утвердил Кабмин и создание Совета по международной торговле. Задача этой структуры – обеспечение взаимодействия между правительством и бизнесом. По словам Гройсмана, Украина становится инвестиционно привлекательной для Европы. Перше за 6 років за оцінкою Європейської бізнес-асоціації індекс інвестиційної привабливості перевищив позначку 3 бали з 5. Це означає, що сьогодні економіка України демонструє своє зростання і привабливість для інвестицій. Дали зеленый свет министры мобильной связи 4-го поколения. Правда, сроков, когда в Украине заработает 4G, пока не назвали. Но уже выделили 2 частоты. Теперь ждут инвесторов, готовых внедрять новые технологии. Выбирать их будут на условиях тендера. Стартуют цены контрактов, соответственно, от 4 и 6 миллиардов гривен. Частоты будут выставляться на открытый тендер без будь-яких обмежень щодо того, кто может придбати. Тому якщо появляться нові ігроки, ми будемо вітати їх. Якщо діючі ігроки будуть прямувати до поліпшення своєї позиції в спектрі, ми також будемо це вітати і сподіваємося, буде чесна конкуренція за ці частоти. Премьер-министр надеется, что законы, отправленные в здание под куполом, парламентарии примут уже на ближайшей пленарной неделе. Александр Васильченко, Вадим Свиридонов. Подробности, телеканал Интер.